Всем привет, с вами Боди. Много людей писало посмотреть BTS Go Go и то, чего именно не замечали в BTS Go Go. Я самый логичный на планете. Я могу сказать точно то, что я смотрел только BTS Go Go. Ну, то есть, как они танцевали вместе с вами на стриме у нас на канале, вы поняли. Вот. И сейчас мы пойдем это смотреть. Ну, а самое главное... Подпишитесь, пожалуйста, на Инстаграм, мне будет очень приятно. И вы меня спрашивали, как я добавляю в друзья. Я добавляю тех, кто лайкает, комментирует, репостит все посты на страничке. И у кого включено уведомление о записях на странице у меня, то есть колокольчик включен. Вот, поэтому если вы это делаете все в течение 2 недель, и самых активных я добавляю в конце 2 недель. Логично сказал. Короче, не будем отталкиваться от темы и погнали заценим. Так... Так, дорогие мои друзья, почему я начал так считать? Дорогие мои, 30 декабря, вот их день рождения, это я, кстати, знаю. По этому поводу даже моя ленивая жопка, что-то там, да? Первое, вы лицезреете, а второе, поздравление от Эхион. Песня, которая звучит сейчас, была написана и спета моей близкой подруги. Вау, это интересно. Я же подобрал и смонтировал другие видео. Вы меня попросили посмотреть именно это видео. Так что все заходит. Так что все, кто захочет поздравить Вишню, могут посмотреть этот клип. А всем, кто ждал этот не. Ну давай. Почти мы Господи, мне кажется, я так радовался последний раз, когда мне мама конфету наконец-то купила. Почему я так не радуюсь? Убежал ставить памятник яйцам. Мало чего, совсем поехал. Я мясо совсем занялся. Я даже на секунду подумал, что у него что-то там. Сейчас я проиграю, у вас будет. А Шун же, это что такое? Нормально. Делай ставку на Ви Белоснежку, встань, детский. Сейчас, нам стоит. Господи, как вы быстро говорите! Нет, ну, быстрые субтитры. Мы все понимаем, что просрёт. Вот, Эхёнга. Ну а чё вы прямо... И судя по его лицу, он тоже... У нас везде размерчик Эхи. Мы изначально подвешили. Ладно. Да, Бантану всегда на Да господи, почему вы так... Я не знаю, либо я как дегенерат считаю, либо реально очень быстро субтитры идут. Я хочу увидеть вид девчонки. Чё он кастрирует? А он такой еще, чё он кастрирует? Не, я понимаю, что это не настоящий субтитр. Ну они прикольно угарные. В шоке от того, что творит Джин. Только попробуйте заржать скоты. Я не буду ржать. Серьезность. Шейкит, шейкит. Не переживай, она не пострадала. Все убегает, от Хён сегодня можно. Максимум свадьбы. Выражай счастье. Таким счастливым Тэхёна я еще не видел. Подождите, господи, это идеальные субтитры, вот просто посмотрите. Таким счастливым Тэхёна я еще не видел. Я убью их.
Абсолютно забил на управление руками. Этот зал слишком маленький для альфа. Мастерство эротичного подката. Просраться! Я хочу тебя, детка. Детка, я тебя хочу. Господи, как он рад мне узнать. Неожиданно прочувствовал себе песню. Да, есть такая. Как они там говорят? Дана, Дана. Дана, Дана. Чё-то Таны не реманджи. Что я делаю со своей жизнью? Ищи мне напережить этот танец. Показать твое интеллектуальное развитие. Чётко. Зачитывать свой же текст таким лицом буду. Первый раз слышу. Подождите, не прочитал субтитры, извините. Спустя столько лет все еще боится цапнуть свое богатство рукой. Нормально. Каждый пацан боится. И вообще похрен. Это яблоко сегодня что-то там. Ну, наверное, кому-то прилетит в глаз, да? Ну-ка, я посмотрю, я угадал. Сегодня наложила косточек на год вперед. А, я понял. Чепчик начинает слетать. Все еще не перечеркнули. Да они все улыбаются. Чемпион по улыбкам, поздравляю. Согласен. Заржал, чувствую приближающийся. В смысле, а почему он заржал, чувствую себя приближающийся, что? А, я понял, чё? Понял. Итак, объясните мне, что это за... Вот просто на них посмотреть, это же... They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Ведь реально жесть. Fine. Это они столько сидели, ждали, пока он вот это вот сделает. Ты можешь отсесть дальше. Мне надоело ржать. Не принадлежим корейским. Ты начал подкатить к парням. О, нет, это было сильно. Тапочек Намшуна изъявил желание покинуть помещение. Нет, ну это было смешно. Я слишком стар для этого дерьма. Ну-ка, еще раз. Попытка избавиться от меня.
полная боевая готовность. Вы знаете, сколько этот пистолет Supreme стоит? Это пипец. Активно издают звуки скорби, смеясь при этом. Твоё за час! Я понял. Чтобы это было платно. Использует по максимуму оставшееся время. Я понял. Отшлёпай меня полностью. Доживает. Доживает? Доживает. Дожевывает, я имел в виду. Господи, какой я не русский. Давайте спецэффекты, ребят. Я могу сказать честно то, что вот канал Your Sover, ссылка на оригинальный видос будет в описании, очень прям реально рассмешил меня. Я думаю, то, что он вас тоже рассмешил, раз вы меня реально просто все закидали в сообщениях, и не только в сообщениях, да еще и в сообществе в Ютубе, когда я вас спрашивал, что посмотрите с кей-попа. Вы меня реально упрашивали посмотреть это. Ну, не надо было упрашивать, можно было просто сказать, мы это хотим. И я такой, типа, окей, как это произошло. Вот. Самое главное, то, что мне понравилось, как она сделала субтитры. Получается, она же говорила про свою подругу, да? Вот. И мне очень понравилось. То есть, ты молодец. Если ты посмотришь, конечно, это видео, я не знаю, смотришь ли ты нас или нет. Вот. Поэтому это самое важное, что я хотел сказать тебе. И, ребята, спасибо огромное то, что... посоветовали мне это посмотреть. Скажите в комментариях, вам вообще как зашло, нет? Ну, типа, посмеялись хотя бы. Я лично заржал, это как челлендж не за смехи был. То есть субтитры реально охренительно подобраны. Даже последние. Используйте время по максимуму. Ладно. Короче, ребят, если что, пожалуйста, подписывайтесь на Инстаграм. И когда вы меня спрашиваете, как я добавляю друзья, я уже объяснил то, что я добавляю, если вы лайкаете, комментируете, репостите все посты, которые выходят на страничке. Поэтому... надо обязательно это все делать. И при этом еще поставить уведомление на мою страничку ВКонтакте, чтобы в конце 2 недель я выбирал самых активных людей и добавлял вас в друзья. То есть я это делаю каждые 2 недели в конце. Вот. И самое главное, ставьте на колокольчик в Ютубе, чтобы вам приходили уведомления. И всем спасибо за просмотр, и всем пока. Да.